Куда? Мне сейчас ничего не интересно. Куда скучать? Не знаю. Ну, приедет, поедет. Сама же написала. Что он тебе делает? Коварная. Я думал, он пойдет. Сейчас до сего дня. Значит, пока сбегаем, с нами едет, да, ему и сказки берет. Да? Вот так, да? Все закончится, то поедем. Ну, блин, еще 20 минут осталось. Вот, значит, мы поедем. Это чудо, это дико. Да, ты сыр не рядом. Мне кажется, он уже трубку не возьмет. Сколько еще делать? Работать? Ты, короче, надо на горке. А во сколько ты смотришь? Ну, примерно. Я их муж сейчас уболтаем чуть побольше. Тут-то по тусуем сидим. Ну, где-то там, в городе. Во сколько примерно скажи? Лучше к дедушке бывает. Ой, 8-9. А то начать это какая-то бзыкованная кость. Уже бзыкованная какая-то кость. Бзыкованная, говорю. Расстроенная. Ну, не знаю, как бы не отказал вообще ехать. Ты что там, не звонил ей, ничего, не пришел на машину? Сейчас наговариваешь опять, да? Да, что мы сейчас. Давай, ты перезвонишь через 20 минут. Давай, давай. Я спросил, а тут еще и сильно спрашивал тебя, сам блин, завтра поедешь? Хорошо, давайте, если вы болтаете, то в любом случае. Да, и поставка какой-нибудь, да. Может, уже результаты были, поверь. Да.
такому дикому скоро. Как настроено там? Я не могу говорить, я не могу говорить. Сейчас я скажу.